Привет! Сегодня интересный обзор, потому что подобных устройств я вам еще не показывал. У компании Kyocera существует несколько зарядных устройств серии GaN на 65 Вт и мини-зарядные на 20 Вт. Сейчас расскажу о новинке про зарядное устройство для 4 устройств одновременно Kyocera GaN Power Cube 100 Вт. Сегодня поговорим о последнем прорыве, не побоюсь этого слова, в области зарядных устройств. Это не просто блок питания, это настоящий инновационный продукт по своей технологии GaN, о которой расскажу чуть позже. Но давайте обо всем поподробнее. Подписывайтесь на канал. Поехали! Комплектация продукта. В бело-оранжевой коробке Kyocera вы найдете само зарядное устройство, длинный кабель питания от зарядного устройства в 1.5 метра и необходимую документацию. Дизайн устройства продуман до мелочей. Глянцевый, качественный корпус, 4 порта на лицевой стороне и удобный светодиодный индикатор, который информирует о включении питания. Размеры устройства вы видите на экране, оно компактно и не занимает много места. Немного матчасти. Что же такое это самое GaN? Если кратко, то это революция в мире зарядных устройств. Если поподробнее, то благодаря использованию нитрида галлия устройство становится гораздо компактнее и эффективнее своих кремниевых аналогов в обычных блоках питания. Происходит минимальный нагрев при зарядке устройства. GaN-устройства способны выдерживать более высокие напряжения и обеспечивать более быструю зарядку, что делает их идеальным выбором для современных потребителей. Ведь быстро и надежно – наше все. Kyocera GaN Power Cube поддерживает по-настоящему быструю зарядку, которая поддерживает широкий спектр стандартов, которые вы видите сейчас на экране. Это означает, что вы можете одновременно заряжать несколько устройств, будь то ноутбук или телефон, без ущерба для скорости зарядки. Один зарядный блок вместо нескольких – это всегда удобнее. Технические характеристики зарядки от Kyocera впечатляют. Максимальная мощность в 100 Вт доступна при использовании одного из портов Type-C. Но даже при использовании двух портов Type-C устройство способно обеспечить 65 Вт и 30 Вт соответственно, что более чем достаточно для большинства сценариев зарядки. Использование по остальным портам и их комбинации вы видите сейчас на своем экране. Тестирование устройства от Kyocera показало его высокую надежность и эффективность. Оно поддерживает все необходимые протоколы и демонстрирует отличные показатели по температуре даже при максимальной нагрузке. Безопасная зарядка подает оптимальную силу тока для каждого устройства, не перегружая сам аккумулятор. Kyocera GaN Power Cube – это высококачественное, надежное и многофункциональное зарядное устройство, которое заслуживает внимания. Оно обеспечивает высокую производительность, поддерживает все современные протоколы быстрой зарядки и предлагает удобство использования благодаря продуманному дизайну и комплектации. Это отличный выбор для тех, кто ищет компактное и мощное решение для зарядки своих устройств. У данного продукта официальная гарантия 1 год, техническая поддержка после покупки и консультации по любым вопросам также действует. Смело рекомендую к покупке. Ищите бренд Kyocera на Озон или Wildberries, либо переходите по ссылке в описании. Напишите в комментариях, как вам новинка. Напишите свое мнение, обсудим. Спасибо за лайки, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на мою группу в Telegram. Впереди будет много интересных новостей и обзоров. Пока-пока.